наступил октябрь. Вот наш огород. Морозы сделали свое дело. Вот они все, цветочки уже подморозились, красавицы. Розы тоже. Хризантемы. Вот бедненькие. Еще цвели-цвели, но уже мороз их схватил. Но меня часто спрашивают вопрос, как мои летние черенки, которые я садила. Вот, хризантемки полностью. Вот мои черенки, которые я садила летом. Спрашивают меня подписчики, как дела с моими черенками, сколько принялось. Но я вот посадила эти банки, но я еще их не открывала. Вот они все в траве. Вот они, если ближе поднести, вот они видны. Видны красненькие листочки. Ну, наверное, все-таки это не поверят. Откроем сейчас, я открою банки эти и покажу, сколько у меня принялось. А вы сколько уже выживет до весны, я не знаю. Ну вот пока вот октябрь месяц, буду укрывать их на зиму. Вот, я покажу, как они принялись и сколько принялись. Давайте вместе и будем открывать. Сейчас я поставлю. А то скажут, показала, черенки посадила, а результат... Нет, поэтому я при вас сейчас буду открывать и будем вместе смотреть. То, что они в траве, это ничего страшного. Они в зиму пойдут. Так, вот они. Здесь, конечно, и не принявшие. Вот. Ну вот если видно вот в траве, сейчас я приближу, вот она, вот они вот черенки видны, они приподнялись, вот сейчас я покажу, траву сорву, оно будет лучше видно. Через месяц в августе я настояла траву, крапива, одуванчик и подкормила настоем этих вот трав свои черенки. Вырвала. Видите, как неосторожно вырвала черенок с травой вместе. В сентябре месяце я сделала такую подкормочку 1 к 15 вот куриным пометом. Видите, вот этот не принялся. Из 20. Что-то пошло не так. Ну вот так, если вот видно, вот они вот мои черенки. Смотрите, как они поднялись почти на целую руку. Вот они. Вот они. Вот они. Вот так вот. Так что сейчас я их опять накрою назад. Вот так вот я высаживаю свои черенки и получаю. Из 25, если я получу даже с десяток, это даже очень хороший результат. Открывать эти черенки. Я постелю вот между этими вот так. Накрою ультрасилом. Вот так вот скрепить, чтобы не сорвало ветром. И все в таком наше.
Вот так вот будут зимовать наши черенки.